куда побежал контуженный? Какой здравствуйте, месье, так он тебе сейчас дуло пистолета в это, в задницу засунет, как... Ай, мелкий, пошли собирать, организовывать похороны. Ты понимаешь, что этот главный бандит его в живых не отпустит. Ты еще кто такой? Че тебе надо? Уходи отсюда. Я говорю, ладно, давай мы с тобой посмотрим, как его убивать здесь будут. Жизни проблема. Помогите, пожалуйста. Жена рожает, а до города не на чем добраться. Я не знаю, что делать. Жена на 11 месяце беременности. Такси нет. На 11 месяце беременности, мелкий? А разве не 9 максимум? Тебя сколько рожали, мелкий? Ну, в принципе, да, я так и понял. Много, наверное. Автобусы не ходят. Ну, слушай. Слушай, если этот главный бандит сейчас согласится его довести, то это просто шок какой-то будет. Ладно, хорошо. Это реально шок. Этот детектив не такой уж тупой. Не, он как бы тупой, но не такой уж и тупой. Если он смог бандита уговорить, чтобы он его довез в город. Поедешь в багажнике. А, ну, разве что в багажнике. Когда выезжаем? Да-да, без проблем. Сегодня ночью. Подожди. Тогда, получается, бандит сегодня ночью будет проезжать у нас в городе? А у нас же в городе нет роддома. Где его жена-то родить, рожать собралась-то? Я пойду схожу, до кустов сходить надо. О, ты смотри, какой юморной этот главный бандит. Ты смотри, шутечки. Иди сюда, мелкий. Ну чё там, чё там? Ты чё, реально с ними в багажнике поедешь? Так они в любой момент тебя могут укокошить. А зачем ты вообще это делал, я не могу понять. Ну, то есть, ты нас привел к этому бандиту, а зачем ты с ним вообще пошел разговаривать? Ты реально контуженный какой-то. Да ты понимаешь, что я сам не знаю, что это за бандит. Он один раз с нами встречался в лесу. И он через 2 дня убьет Костю. Ровно через 2 дня я должен или удалить канал, или как-то найти какой-то способ спасти Костянчика-наркоманчика. Короче, пацаны, ночью он будет проезжать по центральной улице города Ютубер. Не, ну как бы это очень даже круто, да, приедет там, посмотрит наш город, посмотрит на достопримечательности, это все круто, в городе ютуберов очень много достопримечательностей. Ноль. Вы что, тугодумы? Не понимаете, что ли? Я ничего не... Ты что-то понимаешь, мелкий? Вот и мелкий ничего не понимает. Вы можете взять его в плен, я буду в багажнике ехать, только меня не убейте. Так ты нормально суть всего излагай, как человек, а не как бабуин. Мелкий, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай присядем. Присядем, как мужик с ребенком поговорим. Короче, смотри, что он предлагает. Он будет ехать в багажнике у этого бандита. А мы устроим засаду ему, этому бандиту. Он же будет ехать посередине города, отвозить детектива в роддом. А у тебя реально жена есть? Реально на 11 месяце беременности? Ну я тебя поздравляю там с двойней. Если чё... Если мы выживем после сегодняшней ночи, можешь сына Эдуардом назвать. А если будет двойня, второго сына мелкий можешь назвать. А если девочка будет, ну Эдуарда тогда назови. Тоже хорошее женское имя, да, мелкий? Ой, ты бы не умничал сейчас. Понимаешь то, что мы с тобой можем выиграть время? То есть у нас через 2 дня сделка. Как я уже сказал, или я удаляю канал, или они шандарахают Костю. А если мы устроим засаду, перебьем всех тех других бандитов, шандарахнем этого главного бандита, он же нам говорил то, что он еще на кого-то работает, то, что у него есть босс, то, что он не самый главный. Возьмем его в плен и начнем, ну, мягко говоря, не то что пытать, ну просто лапки ему щекотать, вот знаешь, щекотать ему лапы какими-то граблями или там еще чем-то, чтобы он раскололся и сказал, где они прячут Костю. Слушай, детектив, да ты умный человек, что мы с тобой раньше-то не познакомились? Как тебя зовут, детектив? Детектив. Мистер детектив. Детектива детектив зовут. Знаешь, мелкий, это так же, как тебя мелкий-мелкий зовут. Да, когда вас мамы рожали, умом не блистали. Прекрасное имя вам дали. Оригинальные. Я согласен. Давай ты топай тогда к бандиту. Мы пойдем организовывать небольшую такую засаду. Ночью встречаемся возле моего дома, потому что мой дом как раз таки на главной улице жизни ютубера. А, давай потом поговорим об оплате. А, еще же и оплата должна быть. Я думал, ты просто за идею работаешь.
Удачи, 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 желаю тебе выжить эту ночь. Давай, 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 давай. Не тупой, not stupid, детектив. Мне кажется, он даже покарифанится с этим главным бандитом. Нашли общий язык друг с другом. Пошли, мелкие, у нас очень мало времени. Нам нужно найти какие-то припасы, с помощью которых мы сможем отбиться от музыкантов, от этих бандитов, от главного бандита. Чем мы его сможем шандарахнуть и где мы его можем держать в плену. Два дня. Два дня. Нам нужно с тобой выбрать оптимальную точку, где мы можем устроить засаду, где мы можем наблюдать за бандитами. Вот, скорее всего, здесь нет, потому что здесь очень много развилок, и они могут поехать в любую сторону. Вот, скорее всего, вот здесь. Они, наверное, или оттуда будут заворачивать. Здесь начало главной улицы, и вот примерно вот здесь мы им где-то засаду и устроим. Сейчас, подожди, мелкий, я ключ возьму, возьму из дома шипы, у меня, да, есть немножко вот здесь заграждений. Беру шипы, и вот я предлагаю тебе запиндюлить их примерно, ну, примерно, давай, вот сюда, вот так. Они это увидят и 100% не смогут это переехать. У них же хаммеры, даже хаммеры вот эти колья не смогут переехать. И, кстати, смотри, что я еще сделаю. Я сломаю вот эти знаки, этот и этот. Стоп! Стоп! Все, проезда тупо нет. Никто не заедет, никто не выедет. Это хорошо, мелкий. Но я думал то, что я зарыл топор войны. Я никогда не достану те вещи, которые я спрятал у себя в подвале. Мои подписчики, наверное, уже давно заметили то, что я перестал пользоваться оружием. Я перестал пользоваться калашом, пистолетом и другими принадлежностями, можно их так назвать. Я решил пойти на путь исправления. И тебя, мелкий, я тоже этому не обучаю, потому что это плохое дело. Раньше я убивал бандитов налево и направо. Ну, разве что, да, рогаткой кому-то можешь шишку оставить. Но я тебе должен показать, что у меня под домом хранится. Иди сюда, иди сюда. Нажимай на стул. Вот, вот сюда, на вот этот стул нажми. Вот, молодец. Здесь у меня 64 золотые монеты, я их тоже немножко возьму, потому что мне нужно забежать еще к контрабандистам, которых я тоже уже не видел примерно серии 50. Бабки кончаются, в следующей серии нужно будет забрать бабосики с видосиков недавних, которые я выложил. И сундук, в который я не заглядывал очень и очень давно. Ладно. Это, в принципе, безвыходная ситуация. Мелкий, на всякий случай, держи тебе пару магазинчиков. Я тебе дам пушку, но пообещай то, что ты с ней будешь очень аккуратно обращаться. Прям очень. Точно? Хотя, может... Не, я тебе ничего не буду давать. Мне кажется, ты с рогаткой тоже нормально справишься. У тебя же рогатка нормальная, а камни камнями стреляет. Ну вот, пару бандюганам шишки оставишь. Дробаш мы тоже возьмем, и коктейль Молотова тоже возьмем. Ладно, мелкий, держи. Вот эту фигню, держи вот эту. Знаешь, как перезаряжать? На компе играешь там в Call of Duty, Battlefield, там Counter-Strike, а ну покажи, покажи. Ты дурак? Ты меня чуть не убил. Ты поосторожнее! Я сейчас этот, пукалку эту обратно заберу! Ты вообще, ты кого? Ты в руку не успел его взять, как уже мне почку чуть не прострелил. Ой, кого я воспитываю? Давай, вылезай, мелкий. Давай, достанешь до стула. Да, ёперный театр. Давай, вылезай. Да тыкни ты на стул этот. Да на блок задницу подними, на вот этот блок, да, на краешком встань. Нет, нет, слезь со стула. Вот, все, молодец. Ага, напа, и вот опа. Так, это дело сделали. Сейчас нам нужно с тобой отправиться к контрабандисту. Время уже вечер, уже вечер. Давай быстро, 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 быстро. У контрабандиста нам с тобой нужно найти какое-то средство, которое сможет остановить тачки, если они будут ехать на максимальной скорости. Знаешь, что это за средство, мелкий? Ты где вообще? Знаешь? Хороший поджопник. А что может дать хороший поджопник? Тоже не знаешь.
Естественно, взрывчатка. С4. У них три хаммера, это значит, что нам нужно три взрывчатки. Шандарахнем сразу же! Кто выживет, тот выживет. Кто не выживет, земля ему пухом. Главное, чтобы детектив выжил, хороший мужик. Ну смотри, бандита мы тоже можем порешать главного. Но мы с тобой не такие тупые, бандита мы лучше в плен возьмем. А там он нам скажет, где они прячут Костянчика. Опа, здорово! Пацаны, я не знаю, когда я вас видел, мне кажется, да, вот реально, сколько лет, сколько зим, это было прям очень давно. Сколько, серии 50-60 назад? Я вижу, ты костюмчик сменил, такой прям деловой весь стал, да? Может, по пивасику жахнем? Да не, какой пивасик, у нас здесь как бы важные дела, а чё вы здесь, пацаны, до сих пор все торгуете, да, пукалки свои толкаете? Ой, ёханый бабай, уже ночь настала. Короче, ближе к делу, никакого пивандрия, мы сами не алканавты. Будешь бухать, Геннадию запишу, тебя тоже закодирую. Короче, нам нужна взрывчатка. С4, несколько штук, лучше, конечно, 3 штуки. Платим почти любые бабки, максимум 20 золотых монет. Любые бабки 20 золотых монет платим. Давай, 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 скажи, пожалуйста, что у тебя что-то есть, потому что по-другому мы с мелким никак не сможем остановить машину. Слушай, у меня есть еще 4 коктейля Молотова. Если что, то, в принципе, они тоже хоро... Ёперный театр под... Я... уже 3 коктейля Молотова. Не смотри на меня, как на контуженного мелкий, я случайно, честно. Пацан горит, пацан горит, тушите пацана! Ладно, сами разберетесь. Воздух горит, не знаю как. Опа, опа. 34, ага, ага, ага. Мелкий! У нас есть то, что надо. Сколько с меня бабок? Проси сколько хочешь, максимум 20 золотых монет. 3 взрывчатки, ну давай ты, мой старый друг, 20 золотых монет. Опа, я прям как угадал то, что ты потребуешь 20 золотых монет. Так, ща, подожди, ща все будет, двадцаточку, опа, держи. Да, бабосиков у меня немного осталось, пошли мелкие. А, еще подожди, а у тебя балаклава есть на всякий случай? Мне бы не помешало, мелкому бы тоже не помешало. Мелкому XXX размер, а мне Эльку давай. 3 золотых монет. Ну, ладно, давай, давай, давай балаклаву мне, давай балаклаву мелкому. Ага. Ага. Ля какой просто! Мелкий надевай! Че ему, 6 золотых монет выбросил? Откуда у тебя бабки? Заработал? Как? Прыгал, прыгал и заработал? Ничего себе, прикиньте, сейчас у нас в стране платят за то, что ты просто прыгаешь. Я предлагаю флешмоб устроить. Давайте завтра все выходим на улицу и прыгаем. А государство нам бабки будет платить. Пацаны, прыгаем! Бабки, бабки с неба сыпятся. Вот чувствуете, чувствуете, как государство нам платит? Чувствуете, чувствуете? Вот и я не чувствую. Что-то какой-то недействительный у тебя способ, пошли. Все, спасибо, братан. Если мы выживем после этой ночи, мы у тебя в долгу. Минируем дорогу. Где-то прячемся. Ты на меня рот открыла или что, я не могу понять? У них 3 тачки. Одна 100% здесь припаркуется, другая 100% здесь припаркуется. А третья, естественно, где-то сзади них припаркуется. Примерно вот так. Сейчас нам с тобой нужно залезть куда-то на крышу. Ищи, ищи вход. Или на вот эту, на вот этот черный дом, или на вот этот белый. Давай я за черный, ты за белый. Так, здесь можно где-то залезть. Опа, здесь можно крышу перепрыгнуть. Ага. Ой, там пацаны в окне, лучше их не палить. Так, опа, здесь же можно залезть. Ага, ага, мелкие, они уже скоро будут здесь. Давай, быстро, 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 быстро. Я ж тебе пукалку дал? Дал. Так, у меня калаш. Я еще на всякий случай перезаряжу карабаш. Так, С4, коктейль Молотова. Мелкие, это может быть наша последняя ночь. Ну или сегодня мы с тобой узнаем, где не держит Костянчика.
Ты только мелкий, не на меня смотри, в небо смотри. Посмотри в небо. Какое красивое небо. Звезды. Тучи. Облака. Луна. Чувствуешь? Запах смерти. Только пока что не разобрал, чей. Ну или ты опять фыцнул. Я до сих пор реально не разобрал. Может, ты реально бзданул здесь. Да, скорее всего, ты перданул. Это не запах никакой смерти. Они уже почти тут, мелкие, они тут уже почти. Что-то у них плохо как-то с правами и что-то они... Ладно, мелкий, ты готов? Ты готов? Сейчас все эти машины на воздух взлетят. Да я тоже не готов, ну давай! Яйца в руки, яйца в руки! Раз, два, три! У них что, машины из вибраниума сделаны или что? Это из которых костюм Железного Человека сделан или щит Капитана Америки? Мелкий план Б! Никакая ты не засада! Ловите! Мелкий, спускайся быстро, быстро, быстро! Это война! Это война! Мелкий! Прячься за мной! Прячься за мной! Прячься за мной! Да! Где? Никого не вижу! Мелкий, ты случайно коктейль Молотова не захватил? Не захватил? У тебя есть еще один? Что? Перебегай дорогу и выбрасывай. Быстро! Спасибо. Сейчас берем и вместе бросаем его туда. Готов? Раз, два, три. Бросай как можно дальше, давай. Ты дурак! Я тебе говорил бицуху качать, ты что так близко его бросил? Одного вырубил. Еще один. Опа! Тихо! Мелкий! Главное, не убей бандита самого главного. Давай. Сейчас, подожди. Иди сюда. Мелкий! Нужно отвлечь внимание, я сейчас оббегу здание и завалю их вот этим дробашом. Понял? Выбеги посередине улицы и давай танцуй ламбаду. Только уклоняйся от пуль, как Нео из Матрицы. Давай. Раз, два, три! А ты чё тут спрятался? Быстро пушку выбросил! Все, что есть в карманах, выбросил! Трусы выбросил, носки выбросил, все выбросил, все, что есть! Мелкий, держи под прицелом! Я тебе пистолет дал, ты зачем под прицелом рогатки его держишь? Пистолет достань, как мужик! Вот мы с тобой снова встретились. Не узнал, да, кто мы такие? Не узнал? В смысле узнал? Так мы же с Мелким в балаклаве. Как ты нас узнал? Я что думал, нас не узнают. Ладно, Мелкий, снимай тогда балаклаву. А вот сейчас узнал? А, ну ты нас и так узнал. Быстро за нами. Быстро перед нами. Топай, быстро. Вперед. Медленным шагом направо. В эту дверь. В железную дверь. Заходи внутрь. Мелкий, тоже внутрь заходи. Сюда.
Перчик, если что, лишнее движение, сраку ему откусываешь. В туалет, в туалет, в туалет быстро зашел. В туалет сюда. Мелкий, обернись. Ты лучше обернись. Так, пока он вырублен, мы с тобой пойдем на улицу. Давай быстро выходи. Фу, ну мы с тобой еще и хаммер заработали. Вы, придурки, куда C4 бросаете? А, так ты в тачке был. Ты в... Мелкий, он же в багажнике был. Я что-то забыл, я и C4 бросил. Вы меня оглушили? Ну, дай извини! Да, в смысле, тебя контузило? Ну, иди сюда. Ложись вот здесь. Ложись. Отпустит. Все, молодец. Туши пожар, Мелкий, туши пожар! А ну иди сюда. Господин полицейский, тут у нас проблема, тут у нас трубу прорвало, газопровод вот этот. На колени, быстро. Тихо. Мелкий, на колени. Что такое? Вы имеете право хранить молчание. Господин полицейский, мы ничего не сделали. Это трубопровод прорвало, тут ехали три военных хаммера, наткнулись на трубопровод, шандарахнуло, и мы остатки собираем, которые здесь остались. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Я клянусь своим калашом, мы ничего не делали! Вы обвиняетесь в убийстве граждан. Ой, Мелкий, нас походу за... Ты еще кто такая? Я мама Мелкого. Кого?